Доброе-доброе утро, дорогие друзья! Доброе октябрьское утро, солнечное утро! Приветствую вас сегодня! У меня сегодня будет такое несколько необычное видео. Знаете ли, сейчас первая неделя октября, и вот у меня в это время такие воспоминания обычно, потому что несколько лет назад мы с моим мужем Сашей отдыхали на круизном лайнере по Средиземному морю. И этот лайнер отправлялся с Венеции. И, конечно, мы посетили еще, кроме нескольких городов Италии, еще и Грецию, и Хорватию. Но Италия, Венеция навсегда остались в моем сердце. Поэтому у меня, конечно же, вот в первую неделю октября всегда такая ностальгия, потому что круиз был с 30 сентября по 7 октября. И сейчас как раз такое вот солнечное утро и такая вот теплая солнечная неделя напоминает мне эту неделю в Италии. И, конечно же, я хочу с вами поделиться несколькими видео и фотографиями. Может быть, они немножко неудачные, это было 4 года назад, но вот я хочу с вами поделиться, чтобы вы посмотрели. Ну и, конечно, для меня это будут приятные воспоминания. В общем, добро пожаловать к просмотру. Thank you.
Спасибо.